касается хургады праздничной, хургады во время и этого поста Рамадан 2021, то тут мне вас порадовать нечем. В связи с угрозой коронавируса отменили все общие столы. Такие столы накрывают состоятельные люди для того, чтобы накормить нуждающихся во время праздника Рамадан. Любой желающий может прийти на ужин и покушать после захода солнца. Это очень благостное, благое деяние, которое вот стараются состоятельные люди осуществить. Вот. В этом году ничего подобного делать нельзя. Также на дороге нет ребят, которые раздают сок, раздают воду в предзакатное время, перед, буквально за 15-10 минут перед тем, как прозвучит адан, призыв к молитве. Всего этого в этом году нет. Конечно, очень грустно, очень все это непривычно, но вот что делать, приходится как-то вот смириться с существующей реальностью сегодня. Город украшен, но опять же украшений не так много, как в предыдущие годы. Настроения, наверное, у людей нет, что ли, я не знаю, с чем это связано. Ну, мы стараемся все равно как-то наше настроение поддерживать, и нам ничего в этом не мешает. Вот, а еще один интересный момент. Вот те, кто устраивал вот эти столы, за которые приглашал людей на, ну, свободные, да, так сказать, столы, где люди могли покушать, сегодня есть такая услуга, как доставка боксов с готовой горячей едой. И вот говорят, что эти люди, которые раньше вот такие столы организовывали, они сегодня воспользовались услугами компании, которая собирает вот такие боксы, и в принципе они все-таки свое желание в помощи ближним таким образом реализуют. Ну что ж, дай бог им здоровья, чтобы у всех все было замечательно. На этом, наверное, вот все по тому моменту, что сегодня происходит в нашем городе Хургада. Ну вот сами можете посмотреть, сейчас уже скоро будет уже адан, через час. Все спокойно, все свободно, чисто, аккуратно и красиво. Спасибо, что были со мной. Продолжу рассказывать вам о посте Рамадан в Хургаде 2021. Пока!